Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео, а в конце ролика не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Одной из самых важных комплектующих любого автомобиля является противоугонная защита. Защитить ваш автомобиль предлагает множество компаний, которые выпускают сигнализации. Starline B9 – это автомобильная сигнализация с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя. Сигнализация комплектуется удобным брелком с качественным жидкокристаллическим дисплеем. Брелок имеет дальность оповещения до 1,2 км. Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. Система Starline B9 может быть установлена на любой автомобиль с бензиновым, дизельным или турбированным двигателем, с автоматической или же ручной коробкой передач, более 200 продаж. Незаменимым помощником в ремонте станет двухсторонний силиконовый скотч. К основным преимуществам двухстороннего скотча можно отнести сверхтемпературные нагрузки от минус 30 и до плюс 120 градусов по Цельсию. Выдерживает ультрафиолетовые лучи, не стареет, не желтеет, не пересыхает и не боится воды, а также влаги. Обеспечивает высокопрочное, абсолютно прозрачное соединение двух разнообразных материалов. С помощью него есть возможность отказаться от жидкого клея, жидких гвоздей, сухой сварки, а также механических соединений, типа шурупы, болты, саморезы и так далее. Это идеальный материал для склеивания дерева, металла, пластика и стекла. За счет толщины слоя акрилового клея можно довольно надежно склеить материалы с разными физическими толщинами и размерами. Более 3500 продаж. В последнее время, в частности среди водителей, стали популярны солнцезащитные очки с антибликовым покрытием. Антибликовое покрытие имеет массу преимуществ, улучшающих качество изображения и повышающих комфортное ношение очков. Прежде всего, покрытие эффективно устраняет блики и ореолы, возникающие на передней и задней поверхности линз. Таким образом, в очках с антибликовым покрытием значительно меньше воздействия ослепляющего отражения света. Например, от фар машин, от снега и мокрого асфальта или от стекла автомобиля. Поэтому особенно такое покрытие важно для водительских очков. Антибликовое покрытие имеет также просветляющий эффект. То есть благодаря ему линзы пропускают до 99,5% света и становятся практически полностью прозрачными. Это позволяет лучше видеть в плохих погодных условиях и в темное время суток. Как часто водителям приходится сталкиваться с проблемой неустойчивости коврика в автомобиле? Для решения этой проблемы разработаны крепления для коврика. Изготовлен данный комплект из прочного пластика. Легко крепится и также легко можно выполнить демонтаж. Благодаря креплениям автомобильные коврики не задираются и впоследствии не мнутся. Более 500 продаж. Крышка радиатора с термометром – это превосходная замена вашей заводской крышки. Позволяет получить точные показания температуры охлаждающей жидкости радиатора. Такое устройство рассчитано на давление 1,3 бара и максимальное значение температуры на шкале 200 градусов по Цельсию, более 150 продаж. Заглушки на дверные винты, как на первый взгляд может показаться, абсолютно не та вещь, на которую стоит тратить деньги. Но каждый более-менее опытный автовладелец скажет вам, что это далеко не так. Постоянное скопление пыли и влаги приводит к возможным сбоям в работе замка и стеклоподъемника. Это можно избежать, установив данные заглушки. Элементарные приспособления могут сэкономить вам деньги на ремонте. Более 200 продаж. Скрытые ниппеля для дисков – это специальный антивыпускной клапан. Работает он как обычный колесный вентиль. Впускает воздух, когда вы накачиваете колесо, и не выпускает, пока вы не выкрутите или не нажмете заводник. Скрытые ниппеля изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава высокой прочности и коррозийной стойкости. Ниппеля оснащены резиновыми прокладками, которые обладают высокой стойкостью к температуре, устойчивы к действию щелочи и кислоты, а также старению под ультрафиолетом. Такие ниппеля придадут красивый внешний вид вашим дискам. Более 100 продаж. Со временем износа двигателя в составе картерных газов все больше паров масла, которые оседают в выпускном коллекторе. Есть один из множества вариантов решения проблемы, так называемые маслоуловители.
Данный гаджет предназначен для сбора масляных паров, попадающих через стоковую систему во впускной коллектор, более 600 продаж. Датчик температуры отработанных газов устанавливается перед окислительным каталитическим нейтрализатором двигателя или перед сажевым фильтром дизельного двигателя. Предназначен для измерения температуры отработанных газов. Данная информация позволяет контролировать условия работы двигателя и обеспечивать эффективное снижение токсичности отработанных газов. Для установки такого агрегата производитель рекомендует обратиться к специалистам. Более 100 продаж. Эффективно и быстро отполировать свои диски вы можете самостоятельно. Для этого рекомендуется применять набор для полировки дисков. Составляющие набора – это наждачная бумага на поролоновой основе, паста твердая для полировки алюминия и нержавеющей стали, а также круг прошивной для полировки. Он обеспечивает лучшее самоохлаждение и не допускает накипания пасты на рабочей поверхности изделия. Подходит для использования на дрели с регулировкой оборотов. После полировки ваши диски будут как новые. В мире техники и электроники иногда случаются ситуации, когда под рукой ни паяльника, ни электричества, а пайка спасла бы положение. Паяльная паста «Механик» поможет решить такую проблему. Удобная упаковка в виде шприца позволяет сразу использовать пасту без предварительной подготовки. Наносите пасту, например, на скрутку проводов, разогреваете зажигалкой и все, пайка прошла успешно. Более 5000 продаж. Когда есть желание немного приукрасить свой автомобиль, а глобального тюнинга делать неохота, можно использовать так называемые шильдики. Это клеящиеся на кузов автомобиля небольшие таблички либо же информационного характера, либо несущие в себе прикольный смысл или эмблему. Выбор таких шильдиков просто огромен – более 1000 продаж. Защитная лента на задний бампер предотвращает износ верхней полки заднего бампера. Существует много видов защиты этого участка. Данная лента превосходно справится с этой проблемой и сохранит покраску в первозданном виде. Изготовлена лента из высокопрочного полиуретана, является универсальной и подойдет к любому автомобилю. Еще один незаменимый инструмент как для автовладельца, так и для мастера на СТО станет приспособление для затяжки хомутов. Применяется для затяжки хомутов с возможностью обрезки лишней части хомута. Изготовлено из прочной стали и удобно в использовании. Если вы ищете качественный клей для сверхпрочного соединения различного рода деталей, обратите внимание на клей B7000. Он уже давно и успешно применяется в лучших сервисных центрах по ремонту разного рода электроники. Взяли себе его на вооружение и автомастера. Это проверенный сертифицированный продукт, наделенный высокими эксплуатационными показателями. Клей B7000 подходит для склеивания различного вида материалов. Он обеспечивает прочное сцепление элементов из стекла, пластика, дерева, металла и проводов. Но наибольшее свое распространение он получил при ремонте электроники. Он не только прочно соединяет элементы, но и обеспечивает абсолютную герметичность – более 300 продаж. При ремонте двигателя автомобиля демонтаж основного количества деталей производится штатными слесарными инструментами. В некоторых случаях вам может понадобиться специальное приспособление – рассухариватель клапанов. Его задача – помочь водителю снять сухарь клапана. Данное устройство предоставляет возможность для работы одному специалисту, а для выполнения снятия сухаря клапана без такого приспособления нужно 2 человека. Также владельцам автосервисов следует обзавестись таким приспособлением, что значительно облегчит труд сотрудникам СТО. Каждый автовладелец стремится усовершенствовать свой автомобиль и сделать свое вождение максимально комфортным. Для реализации этих целей можно воспользоваться блоком кнопок на руль. С их помощью можно управлять магнитолой, навигатором, добавлять и убавлять звук, а также принимать телефонные звонки и все это не отрывая взгляд от дороги. Этот прибор так или иначе обеспечивает безопасное вождение. Более 400 продаж. Не требует особого представления и объяснения, для чего они нужны. Стоп-сигналы для прицепов. Даже малоопытный водитель об этом знает. Если вы приобрели прицеп для автомобиля и он по каким-то причинам не укомплектован стоп-сигналом, обязательно сделайте это. Выехав на дорогу без стоп-сигнала и сразу же у первого попавшегося на вашем пути сотрудника полиции появятся к вам вопросы и, скорее всего, вам придется заплатить штраф. Более 200 продаж.
Многие автовладельцы рекомендуют установить на автомобиль дополнительный уплотнитель лобового стекла. Ему характерны следующие преимущества: высокая степень эластичности, низкая истираемость, повышенный уровень прочности, высокое сопротивление на разрыв и деформации, сохранение свойств эластичности и упругости при низких температурах, что особенно интересно владельцам автомобиля. Также способствует дополнительной шумоизоляции. При желании с заправкой кондиционера может справиться любой автомобилист, ведь это совсем не требует каких-либо профессиональных знаний. Для этого нужно иметь универсальный набор для самостоятельной заправки автокондиционера. Также данный набор будет полезен в автосервисах. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки есть в описании.